К сожалению, друзья, в новостях российского шоу-бизнеса об этом вам никто не расскажет. Сегодня рано утром на одном из самых популярных интернет-журналов России была опубликована статья, в которой говорится, что наша любимая российская певица Максим находится в больнице в тяжелом состоянии. Как говорят очевидцы и свидетели этой трагедии, к ней вернулась ее прежняя старая болезнь. Информации очень мало, мы вам сообщаем только то, что сами узнаем. Очень хочется поверить в то, что с нашей любимой российской певицей Максим все будет хорошо. Подписывайтесь, друзья, на наш канал и будьте всегда с нами. Нажимайте на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, в котором вы сами все подробнее узнаете, что же на самом деле случилось с нашим Максимом. Будьте всегда с нами, друзья, и до скорых встреч на нашем YouTube-канале. Берегите себя.